Что ж, продолжим разбирать настройки полигонов, редактирование. На очереди у нас свиток Edit Geometry и кнопка Repeat Last. Это повтор последнего действия. Если, допустим, я сейчас произведу какое-то действие, например, выдавлю полигон, затем выделю другой полигон, нажму кнопку Repeat Last, то повторится последнее действие. Дальше у нас идут ограничители. Кнопку создать вы уже знаете из предыдущих уроков, как создавать полигон отдельно. Кнопка Collapse — это свернуть все полигоны в одну точку. Вот я, допустим, выберу 6 полигонов, нажму кнопку Collapse, мы все полигоны свернули в одну точку. Неудачно только выбрал место. Ну вот пример. Кнопка Attach вы уже тоже, я думаю, знаете, но все-таки повторю. Это если у нас, допустим, два объекта, копии, и нам нужно их слить в одну форму. Нажимаем Attach и кликаем на второй объект, либо списком нажимаем на Attach List и выбираем списком. Теперь она принадлежит одной форме. Кнопка Detach наоборот отделяет. Причем отделить можно любой объект, вплоть до вершины. Можем вершину отделить, ребро, полигон. Вот я если выберу полигон, Detach, назову как-то. Вот выделился отдельный полигон. Либо весь объект, элемент. Теперь это разные два объекта. Следующий инструмент — это Slice Plane, режущая плоскость. Прошу не путать с разрезанием. Это просто плоскость, которую мы настраиваем для разрезания. Можно ее поворачивать, масштабировать. Разрезать можем как полигон выделенный, так и весь элемент. Вот я сейчас выделю весь элемент, чтобы вам видно было. Открою окно Front, нажму Slice Plane, поверну как-нибудь, где-то 45, вот допустим, так вот, градусов. Не туда поставил, так, 45. Затем увеличу. Ну вот на две части, так, по диагонали мы разделим куб. Теперь нужно нажать кнопку Slice. Вот теперь мы разрезаем. Вот видно, что идет разрез. А кнопкой Reset Plane это мы сбрасываем настройки вот этой плоскости. Она встает по умолчанию по центру. Кнопка Quick Slice — это быстрая разрезка. Здесь можем быстро разрезать. Также кнопка Cut разрезает примерно тем же способом. Вот мы получили вот такой полигон. Кнопка MS Smooth — это сглаживание. Я вот сейчас что-нибудь тут сделаю. Допустим, так.
Выделю какие-нибудь полигоны. Выдавлю или вдавлю. Затем нажму кнопку MS Smooth. У нас происходит сглаживание. Можно нажать не один раз, сделать несколько итераций. А также есть возможность сделать это в свитке Subdivision Surface. Здесь можно поставить галочку Norms и добавлять итерации. Вот получили такой результат. А если вам нужно разделить полигон или весь объект на равные части, то нажимаете кнопку Tessellate. Один раз нажали на 4 части, два раза на 16 частей разделили и так далее. Те же самые кнопки у нас на уровне подобъектов Vertex, ребро. Что ж, на этом я закончу. Сидит в поле. Встретимся в следующем уроке.